Привет начальству. Здравствуйте, садитесь. Нет, мы пойдем туда. Что, третий лишний, а? Я говорю, третий лишний. Нет, почему? Мы можем. Садитесь, Даня. А? Хорошо здесь, красиво, а главное, оркестр далеко. Да, знакомьтесь, Борис Николаевич Петухов, начальник шахты, а также главный инженер. Женя Буслаева. Вот, Борис Николаевич, я хочу спросить насчет проходки. Вечер-то какой, Ваня, прямо курортный. Девушка хорошая. Вас как зовут? Женя, я же говорила, Буслаева. Да, Буслаева. Борис Николаевич, так как же насчет проходки, а? Насчет проходки? Да. Дай-ка гитару. И зачем я пошел в горный институт? Был бы я сейчас артистом. Да-да, никакой ответственности. Глотал бы сырые яйца для чистоты голоса. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишенею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Спелись уже. Поговорить надо. Так сказать, не смеем мешать. Ну что там, сидите, поговорить мы всегда успеем. Правда, Мороз? Нет, Ваня, пойди погуляй, погода хорошая. Вот видите, парторганизация такого же мнения. Прошу прощения. Женя. Садись. Сел. Курить есть? Курить есть. Ну?